В Волгограде планируют создать Академию футбола и реконструировать комплексы «Трактор» и «Монолит». Развитие массового и профессионального спорта с эффективным использованием наследия чемпионата мира на выездном совещании обсудили министр спорта России Павел Колобков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. О будущем спортивных объектов расскажет Максим Ахметов. Российский футбольный союз. Автономная некоммерческая организация «Клуб «Кожаный мяч». Обновленный волгоградский стадион «Зенит» заполнен. Отреставрированная спортивная арена принимает финальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Легендарному детскому турниру в этом году 54 года. В этот раз к матчу за первое место готовятся «Зенит» из Казани и «Труд» из Тихорецка. Последние до конца не верили, что будут биться за золото. Мы когда в поезде ехали сюда, мы вообще не верили. Наоборот, мы смеялись над этим, то, что мы в финал выйдем. Это очень большая радость для нас, и мы хотим вообще выложиться, чтобы выиграть. И они победили. Футбольная школа из Краснодарского края на торжественной церемонии награждения на главной спортивной арене Волгограда. Совсем недавно здесь играли мировые футбольные звезды. А теперь многотысячный стадион аплодирует молодым мальчишкам. Медали ребятам вручает министр спорта России Павел Колобков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также участник чемпионата мира по футболу Сергей Игнашевич. Программа министра спорта в Волгограде была насыщенной. Кроме недавно построенных спортивных объектов, вместе с главой области Андреем Бочаровым осматривают и те, которым планируется дать вторую жизнь. Старейший стадион города «Трактор» и некогда красивый «Монолит» будут восстановлены и должны стать спортивным ядром своего района. Объект для Краснооктябрьского района на самом деле очень важен здесь для нас. Вот мы со своей стороны должны сейчас определиться, что здесь мы в качестве центрального будем делать. Для нашего понимания, что здесь очень хорошо, да, можно создать такой хороший стадион по подготовке легкоатлетов. По каждому объекту и в целом по концепции развития спорта в регионе долго совещаются. Проектов и идей много, но в первую очередь реализовать нужно те, которые особенно важны. Мы договорились о том, что мы будем создавать здесь Академию футбола при поддержке Министерства спорта. Очень важно, уже обсудили концепцию вот этого футбольного центра. Не только футбольного, вообще центра спорта, Академии спорта. Андрей Бочаров поблагодарил министра за поддержку и отметил, что массовый спорт – одно из приоритетных направлений, которому сейчас уделяется все больше внимания. Это реальные проекты, которые основаны на тех результатах, которые мы получили в рамках подготовки к чемпионату мира. Это на самом деле та основа, которая сюда была заложена. И вопрос развития и массового спорта, и профессионального спорта у нас будут иметь такое приоритетное направление. Почему? Потому что по-настоящему улучшение качества жизни людей. То есть вот что очень важно в итоге стоит. В нашем регионе основа заложена, и вопрос развития массового и профессионального спорта будет иметь приоритетное значение. Максим Ахметов, Алексей Гремыкин, Вести, Волгоград.